Всем привет! Сегодня у нас снова Девольт. Я же говорил, что как только мы начнем делать Девольт, они нас завалят. И вот посмотрите, она просто не работает, как у Папа Карла было, когда они открыли из ящика новый, и он даже не включился. А, это 263, это вообще топ, блин, это прям бомба, я думал, 133 мы притащили. Что за хрень? С ударом. Чего, непонятно? Он не алё. Не работает? Да. Да ладно, прохладно. Воткнули, реверс включили, нажали, индикатор моргнул, и ни хрена не произошло. Переключаем на сверление. Может, батарею разрядили, нет? Ой-ой-ой. Погоди, а у нас фрикс еще сделан, давай. Но 18-вольтовый я уже проверил. Мы ему сейчас просто высокий ток дадим. Нет. Он моргнул. Чего с ним? Кто моргнул? Да ладно. Короче, это отличная суперская модель, когда она работает. Будем разбирать. Аккумулятор полностью заряжен. Откроем электрическую часть. Так, это у нас DCH-133. Где тут у нас? 2020 год. Ну, короче, почти новый. Ну а что мы тут внутри видим? Грязь и пыль. Контактики. Провода. Как всегда, начинка не девольтовская, а универсальная, которая стоит и на всяких Милуоки и прочем. Чего они там еще выкупили? На Стэнли и красный, короче, не помню, как называется инструмент. Протер контакты, пропылесосил. Здесь еще вон какой-то разъемчик есть. Попробуем. Молчит. Вот выходит, дальше ничего не идет. Я думаю, что это мертвый контроллер. Так, гаечку открутили. Ну, двигатель тут как двигатель, что с ним будет? Грязно, конечно. Да и датчики холла вроде нормальные. Визуально. И перегрева никакого нет. Он просто мертвый. Я так понимаю, это у них проблема. У меня вот у Евгения был обзор на Стэнли, и он брал там у знакомого, у моего знакомого Алексея, такой же перфоратор.
И у него тоже он не рабочий был. Короче, в этих моделях, я так понимаю, идет очень большой брак по контроллерам. Посмотрите, какие подшипники на вашем Девольте. Китай 607. Интересно, это получается отпаивать надо, чтобы извлечь это все и поменять. Хоть это и в сборе идет. Непонятно, сейчас схему надо посмотреть. Короче, не надо его ниоткуда доставать. Оно все в сборе продается. И стоит, ну, это как бы цена приблизительно 12 тысяч. В разных местах оно стоит по-разному. Есть и 15, есть и 16. Ну, конечно, можно и по закупу в прайсе. Вот прайс, сейчас открою прайс. Вот он, прайс Девольта. В закупке 12 300. Прайс, чтобы вы понимали, на 17 число. Ведь он когда-то стоил столько денег. Сейчас вот на маркете 22. Поэтому какие делаем выводы? Люди понасмотрятся советов в интернете, где все кричат, Девольт это хорошо, Девольт самый лучший инструмент. Да, конечно, если вы профессионал и вам там каждый год выкидывают по 20-ки, как нифиг делать, то есть поработали, выкинули перфоратор, купили новый. Но если ты купил его себе домой, и он у тебя в любой момент вот так может отказать, то извините меня. Конечно, да, у Девольта есть гарантия, и это был бы гарантийный случай. Но у человека у этого гарантии уже нет. И, видимо, он не расширял до 3 лет, или раньше не было 3 года, либо он что-то не знает. Ну, сами видели. Да, у Девольта, скажу сразу, хорошие редукторы, хорошие металл, но с электрикой, конечно, почти у всего довольно беда, потому что всю электрику они делают на стороне, то есть заказывают. Даже вот если возьмем какой-нибудь большой отбойный молоток, вот он, видите, двигатель чей. Девольтом тут и не пахнет. Ну а металл, да, металл реально тут хороший. То есть вот убитый наглухо перф с шестерней, там ударник, все целое. Девольт, бля, как мы хорошо, знаешь, как он красиво взлетел и как красиво шлёпнулся Девольт у нас. Ай, сука!